Военный информационный канал ДАДУ-79 представляет. Я забезпечу ворогам жахливі дні. Стал известен ущерб, нанесенный арсеналу вооруженных сил России ударным БПЛА «Байрактар» ТБ-2. «Байрактар» лише мені, лише мені. Как передает Ахар Ас со ссылкой на репорт о потерях, сообщил военный портал Clash Report, ссылаясь на видеофакты. По оценкам, с 24 февраля «Байрактар» ТБ-2 уничтожил российскую технику на общую сумму около 600 миллионов долларов. Він бачить цілі, зокрема, і взагалі. І взагалі. Сообщалось, что ударные БПЛА уничтожили в том числе две боевые машины десанта ДДМ-2, два логистических поезда, 9 грузовых машин марки КАМАЗ, 5 Урал-4320 и 10 неустановленных транспортных средств. Молись, расист, бо має хист, мій байрактар, мій байрактар. Наш долг за скрепы воевать, но нам плевать.